Фундамент добра, любви и творчества в преддверии Дня Учителя чествовали педагогов городских учреждений культуры. Неожиданное препятствие на дороге. Как сохранить управление автомобилем, а вместе с этим здоровье и жизнь. В Сарове прошел первый в истории города туристический слет членов первичных организаций «Движение первых». Они раскрывают таланты и воспитывают доброе и светлое в юных саровчанах. Накануне Дня Учителя в художественной галерее чествовали педагогов культурно-образовательных учреждений. Руководители поблагодарили их за колоссальный труд и неоценимый вклад в интеллектуальное и творческое развитие подрастающего поколения. Это самая важная профессия на Земле. Чему-то человека научить, воспитать его. И в нашем случае отдельным привить любовь ко всему прекрасному, заразить его нашей одержимостью тем, чем мы занимаемся. Это же очень здорово. И получить в итоге нового члена общества, который дальше будет передавать эти знания потомкам. Вы учите их правильно мыслить. Вы приучаете их к прекрасному. Играть на музыкальных инструментах, писать стихи, красиво рисовать. И ведь кто-то из них выбирает искусство в качестве своей будущей профессии. И уже в будущем радует нас, простых саровчан, своими талантами. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и новых идей, новых ярких достижений вам и вашим ученикам. С праздником! Сотрудники музеев, библиотекари, преподаватели вокала, музыки, хореографии и дизайна. Творческие люди, которые готовы вместе со своими воспитанниками на самые смелые эксперименты и открытия. Все как в тексте популярной песни. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Юные саровчане часто становятся победителями и лауреатами крупнейших конкурсов и фестивалей, демонстрируя высокий уровень образования в Сарове. Ваша положительная энергия, которая бушует всегда, способна очень сильно заряжать, побуждать к деятельности и очень часто настраивать на такую очень серьезную рабочую волну. Уровень вашего профессионализма, ваша компетентность, стремление использовать в работе все самое передовое и лучшее позволяет нам всем вместе достигать высоких очень результатов. На торжественном приеме награды получили более 20 педагогов. Галина Юрьевна Степанова преподает в ДШИ номер 2 больше 20 лет. Из них 15 – компьютерную графику и медиаискусство. За вклад в развитие дополнительного образования ей вручили благодарственное письмо Министерства культуры Нижегородской области. И педагогу есть чем гордиться. Самые яркие события, наверное, происходят каждый раз в медиастудии вместе с детьми. Мы с ними встречаемся, мы с ними придумываем какие-то новые проекты, сюжеты, воплощаем в эту жизнь, и это здорово. По поводу проектов, те, которые нас отмечают, конечно, это радует, потому что мы понимаем, что мы делаем правильно, делаем хорошо. Фестиваль «Мультсемья» нас всегда радует. Школьные видео, фестиваль, который проходит в Нижнем Новгороде каждый год. Сейчас мы собираемся на фестиваль «Включайся, Москва» в Останкино. Медиастудия также проводит свой фестиваль «Свободный стиль», на который организаторы приглашают всех желающих. Ярким завершением праздничного приема стало выступление детского хора «Капель» детской школы искусств. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В Нижегородской области стартовал губернаторский проект инициативного бюджетирования «Вам решать». Заявки от граждан на участие принимаются до 15 октября. Город участвует в этом проекте с 2015 года. За это время более 50 объектов у нас отремонтировано, либо устроено вновь в разных направлениях. Это и наружное освещение, это и дворовые территории. Последний год, вот 24-й, сейчас очень включились школы, детские сады, предприятия у нас спорта, культуры. Направления проекта самые разнообразные. От дорог, дворовых территорий и детских площадок до спортивных объектов, общественных пространств и ремонта объектов ЖКХ. В этом году конкурс инициативных проектов проходит в цифровом формате. Заявки подаются в электронном виде. Вся подробная инструкция есть на сайте голосза.ру. Необходимо создать инициативную группу, не менее 10 жителей города, достигших 16 лет, и предъявить протокол собрания.
Дальше начинается сбор подписей в поддержку этого проекта. Сбор подписей осуществляется в письменном виде, то есть специально разработанную форму. Все это можно посмотреть на сайте городской администрации. Вот. Чтобы получить максимальный балл по этому направлению, подписи должны быть не менее 101. Если вашу заявку приняли, проект будет поддержан городом. В этом случае администрация подаст заявку в Министерство внутренней, региональной и муниципальной политики. Если проект приняла отборочная комиссия, начнется электронное голосование. В рамках проекта из областного бюджета на Саров выделяется сумма до 40 миллионов рублей субсидирования. На каждый проект в отдельности областной бюджет может добавить не более 3 миллионов. В прошлом году Саров подавал 21 проект, выиграла почти половина – 10. Привлечение спонсоров повышает шансы того, что проект победит в своей номинации. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24. Внимание на дороге, соблюдение скоростного режима и дистанции – такие простые, но при этом очень важные нюансы, которые помогут избежать ДТП и нарушения правил при неожиданном препятствии на пути. Рассмотрим ситуацию, когда водитель перед вами резко затормозил или потерял управление. По словам специалистов, единственным верным решением будет плавно остановиться. В первую очередь я должен постараться остановить свою машину. Никуда не вилять, ни влево, ни вправо. Когда мы тормозим машину, загораются лампочки. И если я вижу или сбрасываю скорость, если я вижу, что ситуация не исправляется, я должен включить еще аварийную сигнализацию. Тогда задний будет понимать точно, что передо мной что-то там не так. Попытаться объехать препятствие по встречке – провальная тактика. Вы рискуете спровоцировать лобовое столкновение с другими автомобилями. В том случае, если водитель на вашей полосе заснул, потерял сознание или ориентацию в пространстве, он может в любой момент прийти в себя и попытаться вернуться в направление движения. Тогда решение обойти его по встречной также приведет к ДТП, виновником которого будете именно вы. Еще одна нередкая ситуация для саровчан – дикое животное выбежало на дорогу. В идеале нужно как можно раньше определить присутствие зверя на пути. Большая проблема, когда вылетает из кустов. И там, где стоят знаки «Осторожно, животное», надо обращать на них внимание. Если выскочило животное, ну, опять же, стараться остановить машину. И обязательно, вот я еще раз настаиваю на том, когда вы начинаете тормозить машину, останавливать машину, включайте аварийку, потому что задний, ведь, особенно за городом, летит так же быстро, как и вы. И он не понимает, почему вы начинаете тормозить. После остановки важно дать животному покинуть дорогу. Зрение у него устроено так, что яркий свет дезориентирует в пространстве. Если оно выбежало перед вами ночью, желательно убедиться, что вы не создаете помеху, выключить фары, оставив аварийный сигнал. После того, как путь будет чист, можно продолжать движение. Если все же вы стали участником аварии, объезжая или тормозя перед препятствием в городе или за его пределами, доказать, что вы не виноваты, получится только с помощью свидетелей и записи регистратора. И здесь тоже есть важное правило. Перед любой поездкой обязательно настраивайте корректную дату и время на видеоустройстве. Иначе подтвердить свою правоту будет гораздо сложнее. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Мясо не ест, дружит с обезьянами и мечтает летать. Крокодилица Фуня с рождения не такая, как все. Ее не интересует охота, зато нравится музыка, танцы и искрометный юмор. Эскиз спектакля «Фуня» стал результатом 5-дневной работы саровских артистов с режиссерами из Нижневартовска Татьяной Родиной и Артуром Абочараевым в рамках лаборатории «Театр нации» Театра атомных городов. Посмотреть его пришли дети и взрослые. Для юных саровчан это была веселая история с яркими костюмами и шутками, а вот для родителей эскиз стал поводом задуматься. Принимайте своего ребенка любым, ну, помогайте ему мечтать. И вот финал, который не поняли сегодня дети, но я надеюсь, поняли родители, что он про то, что вот Фуня полетела одной, и у нее не получалось. А вот когда с ней все ее родные, все близкие попробовали, включились в ее желание, это получилось. Спойлер, еще есть две истории про то, как Фуня полетит в космос, и про то, как Фуня спасет своих родителей. Вот. И все это удастся сделать Фуне именно благодаря ее умению летать, да, собственно, то, что вызывало общий смех, и ее коммуникабельности, ее умению дружить вот, с другими животными. Это если говорить про продолжение, что мы не успели сделать на лаборатории. Молодые режиссеры часто участвуют в творческих лабораториях разных городов, всегда предлагая актерам формат игры, чтобы то малое количество времени, которое отведено для подготовки материала, проходило живо и легко. При этом Татьяна и Артур признаются, что не всегда удается достичь нужного контакта. В случае с Саровским театром все задуманное удалось.
особенность саровских артистов, разновозрастные, да, Анатолий Викторович, заслуженный артист, они все беспрекословно включились в игру, делали этюды на крокодилов, бесконечно с нами пробовали походку, ходили. И это, конечно, вдохновляет, и, наверное, благодаря этому эскиз получился такой веселый, что они моментально включились в тот сумасшедший дом, который мы предложили. Эскиз спектакля вызвал шквал положительных отзывов от зрителей, которые пожелали его воплощения в полном формате. И это вполне возможно, ведь предыдущие лаборатории стали отправной точкой к пополнению репертуара театра. Творческую лабораторию в Саровском театре мы проводим уже в третий раз. И можно сказать, что они проходят успешно, потому что по результатам первых двух лабораторий мы имеем как минимум два спектакля в Саровском театре. Это «Свободный Тибет», правда, он уже снят с репертуара, но тем не менее он вышел из эскиза лаборатории. И второй спектакль – это «Петунья», который вышел из второй лаборатории. В Саровском театре появился главный режиссер Антон Морозов. Благодаря лаборатории они познакомились. С каждым годом программа лаборатории «Театр нации» театром атомных городов развивается, дополняется новыми возможностями. В этот раз в рамках проекта работа кипела не только у актеров и режиссеров. Полезные встречи прошли у сотрудников цехов. В Саров приехали передовые специалисты под руководством технического директора Александра Соломина. Также посмотрела готовые эскизы и провела открытую лекцию «Театр сегодня. Новый язык, тенденции, имена» критика Анастасия Паукер. Лабораторное движение, оно мощное в России, и оно как-то потрясающе толкает театр вперед, создает единое поле театральное, объединяет всех и создает какую-то такую здоровую конкуренцию в этой среде. И вот этот постоянный обмен режиссерами, то, что они колесят по разным городам, то, что они становятся связующими звеньями между самыми различными театрами. Сейчас настолько насыщенная вся театральная жизнь региональная. И действительно, это как большая какая-то нейросеть такая, которая постоянно развивается, растет. Завершающим событием лаборатории стал показ эскиза спектакля «9 дней одного года», режиссером которого стал Александр Чеботарев. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Письма, документы, фотографии и открытки – настоящие артефакты в истории конкретной личности. Так много они могут рассказать о человеке. Фонд городского архива пополнили личные материалы выдающегося физика, академика РАН, одного из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР Юрия Алексеевича Трутнева. Он проработал в ядерном центре 70 лет. Все этапы его жизни, научной деятельности, увлечения и теплые отношения с близкими отразились в 3000 материалов, которые бережно передали городскому архиву наследники ученого. Среди них письма родных, многочисленные памятные адреса от министерства и ведомств, с которыми контактировал Юрий Алексеевич, множество фотографий, правительственные телеграммы. Юрий Алексеевич был очень увлеченным человеком. У него была прекрасная библиотека. Он любил литературу, прекрасно знал поэзию, любил путешествия и был страстным грибником. У него были свои в округе здесь свои грибные места. Здесь также представлены фотографии, на которых он запечатлен на отдыхе и на различных других мероприятиях. Материалы, которые переданы в архив, будут интересны тем, кто занимается изучением истории ядерного центра и отрасли, но пока доступ к ним ограничен. Фонд учреждения также пополнился материалами из личного архива Ивана Ивановича Градобитова. Еще в 2015 году он передал документы, которые касались истории профсоюзного движения работников атомной энергетики и промышленности. В этом году Иван Иванович дополнительно передал документы личного архива, которые в большей мере касаются истории ветеранского движения города Сарова, так как с 2007 по 2020 год Иван Иванович возглавлял городской совет ветеранов. В 2014 году наша городская дума присвоила ему звание «Почетный ветеран города Сарова», и законодательное собрание в том же году присвоила ему звание «Почетный ветеран Нижегородской области». Помимо биографических документов, архив пополнился материалами, которые отражают общественное движение ветеранов города, множеством фотографий и благодарственных писем. Ознакомиться с ними можно в свободном доступе в часы работы учреждения. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.
Автомобильные шины, элементы дивана, носки, ковры и подушка. Среди мусора на берегу реки Сатис много любопытных находок. «Чистые игры» – экологический проект, в рамках которого молодежные команды города очищают прибрежные и озелененные территории. В этом году такой зоной стал район Висячего моста. Наша миссия – дать возможность людям понять проблемы загрязнения окружающей среды, сделать наш город чище совместными усилиями и лучше. Участвует 7 команд, из них представители Саровского медицинского колледжа, студенты САРФТИ, а также представители школ города, клуб «Инсайт» молодежного центра. Главная задача – собрать как можно больше мусора. За интересные находки команды получали дополнительные баллы. Преподаватели школы номер 16 Анна Кочеткова участвует в «Чистых играх» уже в 5-й раз. В прошлом году ее команда одержала победу. В этот раз по традиции Анна привела своих учеников и маленькую дочку. Сейчас у меня 1-й класс, маленькие дети. Очень интересно поучаствовать в данном мероприятии. Приобщаем детей к труду, да? Приобщаем к любви, наверное, в очередной раз, да? Показать на своем примере, что нужно очищать, да, нашу природу, оберегать ее, да, и, конечно, никогда, ну, наверное, не загрязнять. Это моя младшая дочка, зовут ее Даша. Она со мной во всех начинаниях. В прошлом году она просто приболела у нас и не смогла принять участие, а в этом году как бы мы решили тоже помочь. Она вместе со мной представляет свой детский сад номер 9. Всего участники собрали 208 килограммов мусора. Победителями стали студенты САРФТИ из педагогического отряда «Адастра». «Чистые игры» стали одним из мероприятий осенней недели добра. В этом году ее участники организовали более 30 мероприятий, среди которых акция «Спасая жизни» по вступлению в регистр доноров костного мозга, сбор помощи участникам СВО и мирным жителям от Координационного центра корпоративного волонтерства, благотворительная акция «Дари, корми, люби» от кинологического объединения «Акбар». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В этом году Саровский музей военно-морской славы участвовал в городском конкурсе социально-некоммерческих организаций. Музей выиграл субсидию для развития своих экспозиционных возможностей и приобрел макет эсминца 956-го проекта «Адмирал Ушаков». Сегодня корабль несет службу на Северном флоте. Ранее он назывался «Бесстрашный». В 2004 году в связи с канонизацией «Адмирала» эсминец был переименован. В славной истории военно-морского флота нашей страны было еще 3 корабля, которые носили имя «Адмирал Ушаков». Этим кораблям посвящен отдельный стенд в музее. Первый был назван в 1893 году, то есть еще при царствовании Александра III, который именно он вспомнил про адмирала Ушакова, и первый раз в нашей стране появился корабль, обрел береговой обороны, который получил имя адмирала Ушакова. Но его судьба была незавидная, потому что, к сожалению, во время Сунского сражения он погиб на второй день. При этом погиб вместе с командиром, не спустив Андреевского флота, то есть гордые, выполнили свой долг до конца. В 1953 году на экраны вышел двухсерийный фильм «Адмирал Ушаков». В том же году имя флотоводца было присвоено новому легкому крейсеру, который носил его дольше всех – 34 года. После распада СССР тяжелый атомный крейсер «Киров» был переименован в «Адмирала Ушакова». Крейсер носил это название до 2004 года, после чего оно перешло к эсминцу «Бесстрашному». На средства от победы в конкурсе был воссоздан стенд, посвященный истории морской авиации и жителям Сарова, которые там служили. Будучи в морских музеях нашей страны, ну, я не видел ранее такого. Даже если вы будете в музее ядерного оружия у нас в Федеральном авиацентре, вы не найдете вот такого количества макетов самолетов, в том числе практически на всех из них, то есть вот здесь представлены 4 самолета, на них испытывалось ядерное оружие. Среди новых экспонатов – модель стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МЦ. Также в рамках проекта был восстановлен стеклянный колпак над моделью линейного корабля «Святой Павел». А здесь собрана информация о саровских ребятах, которые в различное время служили в морской пехоте. В рамках проекта экспозицию расширили, и теперь здесь представлены материалы по 17 пехотинцам. В этом году Саровской организации ветеранов ВМФ исполняется 20 лет. По этому поводу было заказано 80 комплектов уникальных медалей. Их планируют вручать членам организации и тем, кто помогает ее деятельности. Развитие музея, оно не останавливается. То есть на сегодня мы не можем сказать, что, допустим, музей занимается только демонстрацией исторического материала. Нет. Мы продолжаем искать. И, кстати говоря, в октябре месяце ожидается приезд к нам в город командира нашей подлодки «Саров», капитана первого ранга Тюрина. Но если он приедет, это будет, конечно, долгожданно, потому что уже очень давно
член экипажа, они посещали наш город. И это будет такая хорошая историческая веха, когда последний, а может и не последний, командир подводной лодки приедет к нам в гости. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Сегодня проблема утилизации отходов актуальна как никогда. Если раньше все было просто и стеклянные бутылки сдавали в стеклотару, то что делать с пластиковыми – непонятно. На аллее по улице Некрасова появились полезные арт-объекты, где можно сдать крышечки от пластиковых бутылок, сами пластиковые бутылки. Сдать бутылки на переработку может любой желающий, но при этом они должны быть чистые. Кроме того, их необходимо смять, так в контейнер поместится больше мусора. Пластиковая бутылка может быть любого цвета, но она должна быть прозрачной. А ученый кот Кузя принимает крышечки. Их также необходимо помыть. Оба контейнера пользуются популярностью у горожан. Специальные службы регулярно очищают их от скопившегося пластика. Сейчас я не занимаюсь никакой сортировкой, чисто не хватает физического времени, но до декрета я занималась сортировкой крышечек, причем сортировкой, когда уже все готовые вот эти вот пакеты собираются, я уже сортировала, то есть, ну, вместе с коллегами. Ненужные выбрасывали, а нужные отправляли на переработку. А там вот арт-объект есть отдельный для пластика? Мы видели, да, спасибо большое. Будете пользоваться? Ой, скорее всего, чуть попозже. Ребенок чуть вырастет, руки немножко освободятся. Нет, не занимаюсь. А почему? Не знаю, не задумывался пока еще. Большое спасибо. Попробую. Ребята, я не здесь живу. Я приезжий человек, у нас одна мусорка только. Надо бы, наверное. Это же, в общем, правильная вещь-то. Так должно быть. Но население не готово. Это я уверен. 80% думают, как есть, так все и пусть остается. Финансовая мотивация нужна, да? Да не знаю, что нужно. Не знаю даже. Как-то надо переубеждать. Ну, этого нет, но за собаками убираю. Я здесь не живу, я в том районе у нас нет такого. Нет, как-то не приучились к этому. А знаете, что там вот на Некрасово есть бутылка такая, туда отдельная пластиковая бутылка. Теперь можно кинуть. Обратила внимание. Молодцы. Будете пользоваться? Думаю, да. Это надо, да, обязательно. Это надо агитировать, надо, чтобы как-то у нас в правдом. Пускай агитируют, дают объявление. Это обязательно. Чистый город, он должен наш быть. Информации достаточно и в газетах, и по телевидению, и по радио. Просто народ живет как-то своими старыми убеждениями, по инерции. Ему и так хорошо. А что это начинать, я... даже сам не знаю. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Многие из нас наряжались в детстве на утренники в кошечек, зайчиков и лисичек. Сейчас это приобрело иное значение. Квадробика – популярный тренд среди детей и подростков. Что-то среднее между хобби, субкультурой и фитнесом. Квадроберы надевают маски животных, прикрепляют хвосты к одежде, ходят, бегают и прыгают на четвереньках, имитируя зверей. Дети развлекаются, взрослые переживают за их, а порой и свое психическое здоровье. Потому что доходит до крайностей, вроде поедания кошачьего корма. Знают ли саровчане, кто такие квадроберы и как они к ним относятся, давайте узнаем. Знаете ли вы, что это такое, кто такие квадроберы? Не знаю. Дети наряжаются в маски, прикрепляют себе хвосты, ходят на четвереньках. Можно как субкультура или, наверное, это для подростков не самое нужное? Да можно. Ничего плохого. Ничего плохого, да, я думаю, нет, наоборот, хорошо для детей. У подростков разные субкультуры бывают, и квадробинг, и похуже. Поэтому я считаю, пока никакого вреда не наносит это, почему нет? Знаете ли вы, что это такое? Слышали? Я не знаю, не слышала. Знаете ли вы, кто такие квадроберы? Да, что-то слышал, там что-то в зверей, что ли, они переодеваются, да? Как вы к ним относитесь? Вообще нормально ли это для подростков течение? Это нормально, то есть дети развлекаются, пускай развлекаются, чего бы нет-то. Это лучше в любом случае, чем какая-то наркомания там или еще чем-то просиживание где-то во дворах. Пьянство, там, курение. Пусть делают, нравится, пусть делают. Я не считаю, что это безобидное увлечение, и отношусь к этому отрицательно. Дети должны быть детьми, а кошки должны быть кошками. Я считаю, что это не норма.
испытать свои силы, научиться работать в команде и вместе преодолевать трудности. На территории лыжной базы прошел туристический слет членов первичных организаций движения первых. Данный туристический слет проводится в городе впервые. И мы рассчитываем, что это будет хорошей, доброй традицией движения первых. Хотелось бы в это верить, что каждый год с нарастанием участников у нас будут проходить туристические слеты. Главные действующие лица – школьники 5-7 классов. Всего 13 команд, каждая представляла отдельную школу. На общем построении команды прокричали свое название и девиз, после чего ребята отправились на различные этапы соревнований, согласно своим маршрутным листам. Задача этого этапа – пройти приставным шагом, держась за веревку до конца бревна. За ошибки, допустим, если вы упали с бревна, если вы не идете приставным шагом и если ваше тело повернуто в сторону, вычитаются баллы. Этот этап помогает проходить в лесу, если вдруг какие-то трудные препятствия. Каждой команде дает 5 минут. Если ребята справились быстрее, за оставшееся время начисляются дополнительные баллы. Идею провести турслет предложили сами школьники. Взрослые поддержали инициативу. Задание для школьников подготовили лидера и активиста местного отделения Совета первых. Как правильно поставить палатку, как сложить костер и оказать первую медицинскую помощь, как перейти речку вброд или преодолеть болотистый участок. Все это ребята не только узнали на словах, но и попробовали сделать своими руками. Сейчас мы перестежкой занимались, мы отстегивали карабины, присоединяли их, ну, работали очень дружно, потому что там нужно ждать товарища, вот это вот все. Может, понравилось очень. Да. Очень жаль, что мы сходили только один раз по кругу, станция нам очень понравилась, очень интересная. Спортивный туризм – это не просто соревнование, но еще и возможность с пользой провести время на свежем воздухе. Может быть, и сейчас мы допускаем какие-то ошибки, недостатки у нас, но я уверена, то, что в следующем году мы, ну, свои ошибки отработаем и соберем больше команду и будем занимать уже призовые места. В следующем году мы обязательно позовем еще с собой наших друзей и наберем большую команду. Большую и дружную. Школьники попробовали вязать туристические узлы и узнали о тонкостях ориентирования в дикой природе. Ребята также приняли участие в нескольких играх. Например, нужно было пройти гуськом с завязанными глазами, руководствуясь только голосом зрячего товарища. В движение первых может войти любой ребенок с 6-летнего возраста. Также в движение могут войти в качестве наставников педагоги и родители. Чтобы вступить в движение, можно просто открыть личный кабинет на платформе «Будь в движении». Там большая линейка активностей. Выбрать то, что понравится по душе, скажем так, по жизненным взглядам, и стать активным участником. Никита Белямов, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Спортивный азарт и здоровый образ жизни. На площадке спорткомплекса «Юниор» прошел турнир по баскетболу среди команд городов в присутствии госкорпорации «Росатом». В Саров приехали три команды из Нижнего Новгорода, Заречного и Озерска. Также участвовала и сборная Саровского ядерного центра. Выбираемся уже не первый год, лет, наверное, 6-7 уже точно приезжаем сюда каждый год. Нам ехать недолго, часов 5 примерно. Хороший уровень, то есть всегда приезжаем, всегда нравится. Всегда играем две игры, всегда. Ну, бывало даже три играли. Ожидание, ну, победить сегодня, пробить финал, а там игра покажет. Первый день соревнований состоялись полуфинальные матчи. Баскетбольная команда города Озерска существует с 1955 года. Она – победитель индустриальной лиги Челябинской области, неоднократный участник турниров по стритболу «Оранжевый атом». Участие в «Мирном атоме» для них традиционно. Готовились, тренировались, проводили часть ребят, участвовала в ветеранском турнире в Пермской области, часть там в городских, стритбол был летом. Готовились к турниру, ну, команды здесь сильные, у нас уровень немножко пониже, но мы набираемся опыта, молодых наигрываем. Вот один у нас четвертый номер, вот приехал молодой игрок. Так что, ну, надеемся, результаты повысятся. Во второй день соревнований организаторы провели финал и матч за третье место. В упорной борьбе победу одержала команда из Заречного. Серебро у сборной ядерного центра. Нижегородцы третьи. При этом гости нашего города не ограничились только спортивной программой. По городу, конечно, мы посмотрели, сходили в музей на экскурсию. Так стараемся, конечно, город очень красивый, интересно посмотреть. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.